Привет! Меня зовут Яна Мишук, и я стилист. Вы знаете, мы всегда часто говорим о стилях в одежде и о стиле авангард, но очень мало кто решается его носить в повседневной жизни. И сегодня я в торговом центре «Атмосфера» и хочу показать вам, что авангардный стиль, он может жить в вашем ежедневном гардеробе. Пойдемте в магазин «Протея», в котором собраны дизайнеры, которые специализируются именно на одежде авангардного стиля. Я покажу, как носить эту одежду так, чтобы вы ловили восхищенные взгляды на себя и чувствовали себя комфортно. И первый мега-контрастный образ – это женственность и такая брутальность или грубость. Платье из новой осенне-зимней коллекции «Осень-зима 2019-2020» из вискозы. Это не летнее платье, это платье осеннее. И его можно просочетать, сделать с ним образ именно на контрасте. Более грубые ботинки, рюкзак более грубый, с металлизированным декором. Пояс, который с одной стороны подчеркивает талию, делает образ таким пропорциональным и фигуру женственной. Но с другой стороны он привносит нотки такой брутальности в образы и не делает его чрезмерно таким зефирным и таким шоколадно-ванильно-женственным. Итак, в этом образе у нас очень гармонично соединились авангард и стиль боха. В принципе, базовый комбинезон с элементами такого авангарда, поскольку комбинезон по стилю напоминает рабочую одежду каких-то строителей, в нем накладные карманы, пояс, но при этом он сделан из вискозы, очень приятный, очень нежный, струящийся. Этот комбинезон мы дополнили ботинками в стиле боха, очень интересными, под старину немножко сделанными. Кардиган с бахромой, очень модный в этом сезоне, но тоже бахрома – это элемент стиля боха. И сумка в тон и по стилю, которая полностью соответствует ботинкам. И получился такой расслабленный, очень мягкий, очень стильный образ, такой симбиоз боха и авангарда. Я бы пошла в одежде такого стиля на выставку, в кино, на какой-то тематический фестиваль. Какая-то вот вечеринка с друзьями, что-то такое неформальное, в котором хочется проявить себя, но при этом чувствовать себя очень комфортно и гармонично. 29 ноября в торговом центре «Атмосфера» будет «Черная пятница» с мега-крутыми скидками. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал торгового центра «Атмосфера», чтобы быть в курсе всех новостей и знать, что купить в день самых больших распродаж. До встречи 29 ноября в торговом центре «Атмосфера». И этот лук – пример того, как из вещей одинакового цвета, очень похожего цвета, но разной фактуры и интересного кроя составить авангардный тотал лук. Оверсайз рубашка из вискозы, очень приятная к телу, но очень нестандартного кроя. Мы ее носим вот такой объемной, заправляя внутрь брюк, крой которых тоже нестандартный, они довольно-таки широкие в области бедер. И именно на контрасте фактур, шерсть и вискоза построена вот эта комбинация интересная, которая дает интересный эффект. Добавляем в сумку похожей температуры. Пусть вас не пугает, что серый цвет мы сочетаем с бежевым. Это абсолютно нормальное сочетание, просто оно почему-то редко используется нашими девушками в повседневной жизни. И образ получился довольно-таки элегантный, довольно-таки такой рабочий. Подойдет, в принципе, к любой сфере вашей жизни. Это может быть работа и в офисе, это могут быть деловые встречи, это может быть учеба, это может быть поход даже в ресторан, в кино, в театр. В общем, куда только ваша душа пожелает. Я влюбилась в этот образ целиком и полностью. Да, смесь такого авангарда в виде гипербольших рукавов, то, что модно в этом сезоне, элементы боха, висящие ленточки, такие джинсы расширенные, потрепанные, туфли с открытым мысом и очень оригинальным каблуком. Идеальная одежда для каких-то праздников, для вечеринок, для тематических каких-то фестивалей, может быть, походов в кино с друзьями. Очень приятные мы просочетали здесь оттенки, нежно-голубой и такой пудровый. И что касается того, как можно сочетать это с верхней одеждой, я вам сейчас покажу один очень интересный вариант. Шубка из чебурашки, тоже такой элемент боха, очень мягкая. Не знаю, насколько теплая, но, по крайней мере, к образу этому очень подходит.
Я надеюсь, после этого видео вы немножко измените свое отношение к стилю боха и к стилю авангард. Обязательно загляните в магазин Протея в Атмосфере и примерьте на себя несколько вещей. Если пока страшно делать тотал лук из вещей в этом стиле, советую вам добавлять какие-то отдельные вещи в этом стиле к вашему базовому образу. И тогда это будет безопасно, комфортно, но очень интересно. Это будет такая вишенка на торте. В комментариях пишите, какой из образов понравился вам больше всего. Подписывайтесь на канал Атмосферы, чтобы смотреть все видео, которые мы будем выпускать, и быть в курсе всех новинок. С вами была Яна Мишук, ваш стилист и шопер.